women in society has changed repeatedly throughout history, and different movements emerge every year in support of women's rights and equality. Russia is not an exception for that. However, feminism in Russia in some way is depicted as a negative influence from Europe, something that could ruin the family values. So let's find out whether that's true or not, and what Russian girls think about feminism. В твоей жизни когда-нибудь были ситуации, когда ты чувствовала дискриминацию просто потому, что ты девушка? Папа там говорит, что типа вот мы должны там готовить, убирать, стирать. Мужики только зарабатывают деньги. Ну, я вот это не считаю правильным, потому что мужчина должен тоже помогать в семье. Вот. Ну, мне родители говорят, что несмотря на то, что ты должна как бы быть хранительницей очага, ты все равно должна развиваться, потому что, ну и я так считаю, что если ты живешь с мужем, и он тебя полностью обеспечивает, то ты начинаешь как-то деградировать из-за того, что нет этого развития, и у вас становятся разные интересы. Мне кажется, все равно нужно как бы чем-то заниматься, развиваться, чтобы быть на плаву. На самом деле, мне постоянно почему-то так. Мне как-то бабушка всегда говорила то, что девушка – это хранительница очага, а мужчина должен зарабатывать. И поэтому, как минимум в семье меня это сопровождает постоянно. В твоей жизни когда-нибудь были ситуации, когда ты испытывала дискриминацию в какой-либо мере просто потому, что ты девушка? Домогательство считается? наверное, да. Если домогательство считается, то однозначно да. Периодически люди вслух подвергали мои умственные способности сомнению на основании того, что ты же девушка, при том, что иронично, что это зачастую происходило в тех сферах, в которых я хорошо разбираюсь, а они нет. Дискриминации нет, наверное, я не ощущала. Но, возможно, в университете были люди, которым нравились девочки или мальчики. И в зависимости от этой гендерной предрасположенности оценки были выше, либо у мальчиков, либо у девочек. Да, конечно. По учебе больше чувствовала дискриминацию, чем что я девушка. Ну, что это не женская специальность, что вы можете что-то не понимать, что парни более пробивные, хотя я в этом абсолютно не согласна. У девушек больше хваткости, цепкости и внимания к деталям. Именно они больше погружаются в предмет, я так считаю. Привет, скажи, как ты думаешь, кому в России легче построить карьеру, мужчине или женщине? Конечно, мужчине, потому что все должности крутые занимают мужчины, для них все открыто, девушки для всех кажутся такие тупые. Сейчас больше идет все-таки к равенству, и то есть девушки тоже могут развиваться, но мне кажется, все-таки преимущество перед мужчинами есть. Хотелось бы сказать 50-50, но нет, мужчине, я думаю, все-таки легче. До сих пор во многих организациях сидит старшее поколение, которое, думаю, не так относится к женщинам, как более молодые люди. Как ты думаешь, кто в России в целом зарабатывает больше? Считаю, что в России больше зарабатывают мужчины, в Москве одинаково. Потому что еще до сих пор существует дифференциация, и на работу больше принимают мужчины на такие значимые специальности. Мне кажется, зарабатывают больше мужчины, потому что это, как по мне, сильный пол мужской. Вот. И они более умнее, и поэтому сейчас в основном... Я вот только знаю, что в основном сейчас мужчины только бизнесмены, таких вот карьеристов, женщин я не знаю. Да кажется, они одинаково зарабатывают. Мне кажется, женщина. Потому что сейчас у нас 21 век, и женщины, они больше развиваются, чем мужчины. У них больше, так сказать, глобальные цели. Мужчины, мне кажется, сейчас наоборот как-то расслабились, даже не то что в плане заработка, а в плане даже отношения к женщине. А женщины, они целеустремленные, мне кажется, сейчас женщины больше зарабатывают. You guys probably heard many jokes on the internet about a foreigner on a date with a Russian girl when he asked to split the bill, and the Russian girl is shocked because of this dreadful act of his. Well, let's ask Russian girls about
leadership roles in a relationship and what they think about splitting the bill and all this stuff. By the way, let me know in the comments who usually pays the bill on a date in your country, and let's see what it's like in Russia. Как ты думаешь, кто сейчас обычно является инициатором отношений, парни или девушки? Я думаю, что парни. В своих отношениях чаще инициатором являюсь я. Ну, я считаю, что когда как, так как сейчас очень современное общество, и тут уже не совсем играет роль, кто первый сделал шаг, тут скорее играет качество отношений, к чему они приводят и как они развиваются. Думаю, что сейчас примерно в равной степени. Есть, конечно, такие люди, которые считают, что только парни должны делать первые шаги во всем. Но лично я знаю довольно много девушек, которые сами делали первые шаги. Мужчина. Как по мне, он должен первый писать, звонить, ну, куда-то звать, гулять, допустим. Нет, девушка тоже может это делать, ну, как-то проявлять заботу, поддержку, но в основном это делают мужчины, должны делать мужчины. А как ты относишься к тому, если парень платит за тебя на свидание? Прекрасно. Конечно, только за. Конечно. Ну, вообще, я думаю, что так и должно быть. Так вообще странно, если девушка сама за себя платит. Ну, если это будет первое свидание, я точно предложу 50 на 50. Вот. Ну, в принципе, нормально. Я отношусь очень положительно. Это очень приятный и хороший жест, особенно для женщины. Но я также ничего не вижу плохого в том, что если женщина сделает такой же шаг, но спустя время. Я хорошо отношусь, потому что я хочу быть слабой. И поэтому мне нравится, когда я, может быть, чуть-чуть ниже, чем мужчина. Мне будет дискомфортно, я не люблю чувствовать себя в чем-то обязанной. Мне вообще, в принципе, некомфортно, когда парень занимает лидирующую позицию. А тебе больше нравится, когда парни обращаются с тобой как с равной? Или когда они такие прям мужчины, проявляют заботу, внимание? Скорее второе. Мне нравится проявление заботы, внимания, и когда ко мне относятся как к маленькой девочке. Да, второй вариант. Ну, потому что, ну, все равно, ну, женщины, они такие, все-таки, ну, они девочки, нежные существа, им нужно это вот забота, внимание. Все-таки, ну, на равных нет. Я думаю, это неправильно. Ага. Мне нравится быть за мужчиной, который заботится, который оберегает, ухаживает. Ну, мне не нравится с ним быть на равных правах, потому что мужчина, он, как правило, старше. Ну, в плане, как бы, личных отношений. Можно же рассматривать разных парней. Парень как друг и парень как парень. Если парень как друг, то нормально, что на равных. Там вместе тусите, также вместе делите что-нибудь, какие-нибудь расходы, отдыхаете. Но если парень-парень, понятно, что он должен ухаживать и проявлять заботу. И это вообще любить, обожать. Наравне. А как ты думаешь, кто в России обычно обеспечивает семью, муж или жена? Ну, скорее всего, мужчины обеспечивают. Ну, потому что мужчин больше, которые зарабатывают прям хорошие деньги. Потому что они стрессоустойчивые, наверное. Наверное, больше муж. Да. Муж. Потому что, ну, женщина, она должна все-таки заниматься воспитанием детей, а мужчина должен работать и, ну, обеспечивать семью. Как бы ты относилась к тому, что твой муж зарабатывает меньше, чем ты? Ну, если бы я зарабатывала 10 миллионов, и он зарабатывал 9, я бы не расстроилась, если честно. Вот. Отрицательно. Как ты думаешь, больше ли возможностей у женщин на Западе, то есть в Европе, в Америке или в России также? Я думаю, что все-таки на Западе больше возможностей. Там немножко другой менталитет, другое отношение к правам девушки. Ну, скорее в западных странах, так как там сейчас является вот это западные страны, и Америка – это центр того, чтобы как раз обеспечить женщину всем тем, что она хочет. Поэтому в Россию эта тенденция приходит со временем, так как сейчас подрастающее поколение все более и более осознает вот эти вот права, вот эти вот принципы новой жизни современной и принимает их на себя, внедряя в наше общество. Я думаю, что человек может найти возможность реализоваться в любой стране, если он действительно этого захочет. По крайней мере, в России тоже есть такие возможности. Я не могу говорить про любую страну, но в России есть.
Throughout my life, I've heard the phrase, I believe in gender equality, but I'm not a feminist, multiple times from my girl friends and acquaintances. If you believe in gender equality, technically you are a feminist, but lately, feminism and man-hating became interchangeable concepts. That's why many girls are reluctant to recognize themselves as feminists. And Russian women don't like to talk about feminism. But I'm gonna ask this question anyways. Ты бы себя назвала феминисткой? Ну, на самом деле, наверное, да, потому что я считаю, что феминизм — это борьба за равные права. Но сейчас есть такое явление, как какой-то агрессивный феминизм, когда девушки участвуют на каких-то митингах или проявляют какую-то агрессию к мужчинам. И мне кажется, это уже выходит за рамки. Да не, ну я не отношусь ни к чему такому. Я не до конца понимаю, что такое феминизм. Я бы себя не назвала феминисткой. Я бы не хотела абсолютно равноправие между женщинами и мужчинами, но взаимное уважение должно существовать. Да, но есть разные феминистки. Я не хотела бы себя относить к тем феминисткам, которые слишком уж перешли черту, уже не за равные права, а уже пошли против мужчин. Вот это мне уже не нравится. Нет, потому что я считаю, что мужчины все равно это наше сильное плечо, и всегда какие-то проблемы, все равно мужчины их решают. Нет, я бы не назвала. Потому что мы сейчас живем в таком мире. Все так привыкли. Да, я бы себя назвала таковой, потому что у меня много планов на эту жизнь, и я считаю, что все на равных. Да, конечно. Для меня странно, когда, наверное, женщина говорит, что она не феминистка. Если знать, в принципе, понятие этого слова, то странно себя не считать феминисткой. Я, может быть, скорее всего, назвала бы себя феминисткой, но сейчас в современном обществе это понятие немножко перешло грани того, что многие воспринимают феминизм как унижение прав мужчин, но это не так. Это наоборот, когда женщина поднимается до планки мужчины, и они оба строят какие-то партнерские отношения и вносят какой-то вклад в наше современное общество. Да, я однозначно феминистка, потому что именно феминизм позволяет женщине сейчас реализовывать себя и профессионально, и индивидуально, и творчески. Девочки могут получать то образование, которое хотят, работать на тех работах, которые хотят. И как бы люди часто не понимают, что это все не упало с неба, за это боролись. Конечно, я бы назвала себя феминисткой, потому что я считаю, что женщины и мужчины имеют равные права. Они разные, но тем не менее равные. Нет, я не феминистка. Мне нравится, когда за меня платят мужчины. Russia is still on its way to women's rights, such as economic independence, elimination of domestic violence or participation in political life. However, it's important to remember that men and women are equal, but they cannot be identical in all the aspects of life. So share your thoughts about feminism in the comments as well. Guys, you can support this video by liking it if you would like me to create more content like this. And in the description of the video, I will leave the link to my other interviews in the streets of Russia. So make sure to check them out as well.